Я сама. Потихоньку пойдем. Приехали на Южный пруд. 90. Сейчас мы пройдем там. Даст Бог, будет баба Нелли. Нет. Витя. Это мы не знаем. Ты что старуху так фотографируешь? А в старости написано сочный, плодовитый, свежий. Они в старости, дети Божии. Приехали на Южный, вот что здесь было сделано. А там вода, да? Да, вода, чтобы она сюда пришла. И рыбы тут будет, да? Не знаю, пока неизвестно. Вот он остается еще на полтора дня, чтобы вот эту землю убрать. Вот посмотри, какую работу я сделал. Вокруг, глянь. Это вот это вот, 4 насыпи одна за другой. Вот такая вот насыпь, или какая толщина ее. Он больше взять не может. Он еще будет глубже. Да. Еще глубже. Еще глубже, чтобы вода была вот. А теперь тут проходить-то дальше нельзя, но видно, что такой же самый короб сделанный. Закончили. Он обработка дерева мажется с двух сторон. Раскрепили, и также подниматься будет вода. Какой же слив. Вот березы, Алеша, за ней, между березами, прямо вниз стоят эти доски поднимать. Смотрите. Так откуда воду будет? Смотри, какая толщина. Куда воду? Там он а Бог? И он вокруг. Она здесь будет набираться вода. Ну, не за один год, наверное. Ну, как Бог даст. Когда снегу много будет, нет, сразу как наберется. Да, и еще такое... Лето как это, без чуть-чуть, конца дожди. После снега очень много воды бывает, когда зима снежная. Половина осенника идет, замыкает, и только клены дают проход выйти. Это самое красивое место озера. Да. Какая красота. А глубже еще будете рыть? Да, немножко здесь он поглубже сделает. Что будет, мы не знаем, потому что все это новое. Мы надеемся, да, поглубже. И вот здесь да, вот опять же вон там начал глубже уже. Но эта вода, она кому нужна? Вода всем нужна, кто здесь будет. Всем. Это микроклимат на деревню, более влажный воздух а идет. Далеко. Да. Тут чужих людей не будет, своих. Ну, сравни с тем, что было. Здесь у нас будет осетр. Да. Осетр. Ой, рыба, рыба. А, вот я говорю, рыба. Вот смотри, какие жерди. Это вчера я шкурил целый день. Рыб-комбинат, да? Директор Алексей Устинов. Вот сколько деревьев здесь было. Вот таких деревьев, 160 деревьев спилили. О, ничего себе. Представь себе. А вон они там корни только торчат, вон они лежат, торчат. А где? Слушай, вы дорогие. Ты посмотри, да? Вот это осенник идет. Вот до каких пор. А дальше, види дальше. А дальше налево только березняк идет, березы белые. А там темнота есть. Да. Справа лежат. Я говорю, вы до родников. Ну, трактор утонет до родников. Такой трактор уже не вытащит еще оттуда. Дальше идет, вот я смотрю. Он провалится, забуксует. Он, видать, еще это поднасыпет, наверное. Итак, смотри, какое. Здесь же ничего не было. Вот это вот. Вот где он идет, сейчас это трава одна была. Это все он грудил, и все гонит. Он выше ее не может взять. А там он вон куда поднимал ее. И там за это, вон куда, за эти, за березы все ушло. Мы еще в лесу будем там пробивать дорогу для воды сюда. Это все время мы здесь работали, убирали деревья. Вот сколько здесь завалили, там вокруг все это лежанки дров. Вы успеете еще сделать до зимы, да? До кого-то зимы два дня, и все, он уходит. Уходит, и оно остается, да? Да, остается, дальше будет видно. Может быть, еще он будет здесь, но мы внешне сделали всякую работу. Только от бульдозериста, он у него сломался трактор. Он поехал за деталями. Да. Ну, увидала теперь еще болели? Да. Я очень хотел эту экскурсию сделать, вам показать, как Бог обильно нас благословил. Вот смотрите, сколько вокруг щищи лежит. Вот маленько гляньте в сторону. Матушка, вот сколько дров, сколько щищи, это все мы пилили и пилили здесь. Кто ко мне приедет на крещение, все здесь работали. Это все по благословению Божьей. Конечно. Поэтому у вас все спорится. И спорится? Мы вот ни одной работы не переделывали. Вот. Это и, все по Божьей. И Бог дал такого бульдозериста, о котором даже думать нельзя. Он жизнь проработал. Он сделал ту работу, за которую никто бы не взялся, на том пруду особенно.
И вот здесь он обернулся назад. Это одни ямы были. Один раз прошел и как бритвой срезал. Это огромная сила. А вы, он заходит и выходит вот посюда. Это ворота туда его. Вот. Ну ладно, поедем, как скажете. А это между двумя этими. Тут три хлена было. Это два убрали. Пилой свой, ручной пилили. Витя тут работал сколько весной. Витя, ну припомни, что тут было? Даже помину нету того, что сейчас есть. Так, подождите, мы сейчас сфотографируемся. Так, да ты сними. Фотография-то что? Я не взял, на велосипеде у меня фотоаппарат-то. Хватился. Так, засуетился и... Ну ладно. Вот я хотел вам показать благословение Божие наяву, как оно выглядит. Это забери это. Другой машине. Нет, не надо. Давайте поблагодарим Бога. Все сюда подойдите. На молитву. Девочки, крикни им туда, идите. Туда на молитву. Матушка, мы сейчас молиться будем. Идемте. Боже милости, будь мне грешным. Создавай меня, Господи, помилуй меня. Вячеслав согрешил, Господи, прости меня грешного и помилуй. Владыка, мы благодарим Тебя, любящий Отец, как Ты благословил нас. Мы просили во имя Иисуса Христа послать помощников, средства, и Ты все нам дал в изобилии. Как Ты велик и всемогущ, Господи, это природа, сотворенная Тобою. Ты дождями умастил, как елеем, голову этой земли. Мы получаем нужные урожаи. Избавь нас от пожара, от воров, от нечистой силы. Помилуй нас, надеющихся на Тебя. И это место да будет освященным, и все приходящие сюда да услышат о имени Твоем святом, что Ты, Христос, умер за грехи наши по Писанию. Слава Тебе! Хвала Тебе, честь и поклонение за все, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Аминь. Сохрани нас в вере Твоей, Христе Боже наш. Вот. Пойдемте потихонечку. Видите, куда добрые люди нас привезли. Да воздаст им Господь щедротами Твоими. Так. Подожди. Так, подожди-ка, давай их посадим. Посадите. Так, подожди-ка. Ты первый раз здесь ходишь? Ну давай. Опа. Игорь? Ага. Игорь приехал. Вот она моя хорошая. А что, он ко мне, что ли? А ты что? Ну, он говорил, в Корчино ему надо. Ну, не знаю. Да просто посмотреть на него. Она тоже не видела, поближе. Мазу хотела за руль захотела. А все, экскурсия закончилась, теперь только платно. Вторая осень. Вторая смена. Потом на канале себя будешь смотреть. Да. Хорошо. Во свете Библии. Там покажешь кому-нибудь. Вот и я поучаствовал. Блогере. Да. Выдержать машину любую, которая пойдет. Так. Приехали после экскурсии по прудам. Брат Игорь провез нас. Спасибо, Христос. Слава Богу. А вон он вышел, вон он.
дела не говорили. Спасибо, Христос. Во славу Богу. Тебе легче, тебе пройти все пройти, чем было. Обязательно надо. И к нам ты будешь. Уходи, поюшки, уходи, поюшки. Да? Да? Вот и говорили, что ну что, четвертый час. Нормально же. Смириться с погодой. Слава заходи. Да, с моим. Опускай. Ладно. Тебе легче прийти к нему и сказать, что погоде красиво, ты его обожал. Да? Демоны его всяко когда в пруду. Да нет, он напрямую сказал, что это в тебе, говорит, говорит, что не надо. Ты вон таким кататься не обожал. Это он, обожал. Я бы его не трогала. Ну, ладно, тебе прийти. Я приду, сейчас пойдем, сразу пойдем. Дай. Пойдем. Он не против. Пойдем. Господи, опа. Господи, так, пойдем с нами, Володя. Вот надо, Николай. Да ничего, ничего. Не надо. Зачем? Фотографировать, Дима? Не надо. Ладно, не надо. Не надо.